Хочу вам показать, спрашивало несколько человек, что такое вообще аппарат Елизарова. Сейчас покажу. Конечно, может быть, вы в интернете вы и видели, но я покажу вам, как у меня ножка сейчас выглядит и что такое вот эти тапочки, которые мне сделал муж. Есть подступники, я вам ставлю фотографии в интернете. У них астрономическая цена 2001. Под них надо еще будет подбирать, под эти подступники, вот я картинку вам ставила, под эти подступники надо выбирать еще обувь, подбирать, чтобы высота на другой ноге была такая же, вот как и здесь, да, вот самой обуви. Мы решили этот вопрос немного по-другому, мы вот сделали такие тапочки. Сейчас я все подробно расскажу. Я в носочках вязаных, носки вязаные не для меня, носки вязаные для моего мужа я вязала. Но я, к сожалению, на больную ногу не могу одеть размер, который именно для меня вязанный. А муж сейчас все равно не носит, ему жарко, лето, тепло, весна, а я вот в носках, потому что холодно. Мне ножка мерзнет, я в одном носке и на второй ножке у меня такой же вязаный носочек для мужа. Он на меня большой, вы можете сами видеть, ну... Ничего страшного. Это Alize Super Wash. Им уже года 3, наверное, этим носкам. Зимой он их носит, но сейчас он их не одевает, потому что я их ношу. Они уже, их надо бы почистить, но сейчас не до этого. Вот давно вязала, и они не протерлись, ничего им, с носу нету, девочки, этой пряжи. Вот, сейчас я покажу вам ногу. Меня все спрашивают, как же она выглядит. Сейчас я раскрою. Просто здесь я сшила сегодня чехол. Вот, на резиночке. Здесь и на резиночке здесь. И вот здесь на вот такой вот липучке. Но ее, чтобы отлепить, надо две руки. Сейчас я покажу вам. Вот я отлепила. Вот так вот выглядит сейчас моя ножка. Спицы все обработала сегодня. Здесь попалась ниточка. Вот так вот все. Нужно все прятать, закрывать, чтобы ни в коем случае сюда ничего не попало в спицы, потому что может в любой момент начаться заражение. И вот такой чехольчик я сшила. Не захотела уже менять шпульку, не нашла. Хотела коричневым цветом, но не нашла нитки. Ну, в принципе, снутри они коричневые, сверху они белые, и они больше смотрятся. Липучки внутри, поэтому ничего страшного. Вот такой вот чехол, самый обычный, из обычного хлопка. Я покупала как-то на постельное белье, шила, и вот остатки применила сюда. Я их сначала выстирала, выгладила, а потом вот сшила, еще раз прогладила. Вот. И там тоже, видите, на обычном резинке, чтобы вот так закрывалось, и ничего, никакой мусор не попадал. Видите, здесь мне нужно, чтобы было больше пространства, поэтому я одеваю носки мужа, чтобы здесь было, видите, не в обтяжку. Потому что ножка отекает, когда ее натруждаешь, она отекает. Именно вот этот голеностопный сустав, он отекает. И мне нужно, чтобы он был, ну, не в обтяжку. Вот тапочки, самые обычные. Мы сделали такой вот, ну, как сказать... Дешевый вариант, прорезали, вставили резинки, и я и в них хожу. Вот. Сейчас покажу, как я их фиксирую.
одеваю на ножку. Видите, нога, она отвисает. Но когда я его подтягиваю вот так отсюда, не переживайте, может, скажете, что тапочки, а здесь бинты. Ничего страшного, нет, бинты все зафиксированы, все раны закрыты спиртовыми бинтами, сверху замотаны, и ничего не будет, ничего туда не попадет. Вот, каждый день я обрабатываю. Вот так вот на одну сторону аппарата, вот так вот на другой. Штифт аппарата одевается вот эти обычные самые резинки. Теперь вот следующий выходной у мужа будет. Он купил для меня еще одни тапочки, более, конечно, красивые. Это просто обычные мужские такие сельские шлепки, в которых он ходит по двору. Он купил также мне их 42 размер, но купил для меня новые. Они чистые, все просто для того, чтобы вот так ножку я фиксировала, потому что у меня нога вот так висит, а мне надо, чтобы она была ровная. И вот я с ней занимаюсь, вот я ее туда обратно пытаюсь тянуть, туда обратно пытаюсь, чтобы у меня нога развивался, вот этот сустав, нерв, вот я его пытаюсь, ее, видите, вот так двигать, чтобы мне было, ну, мне нужно развить вот это сухожилие, потому что я лежала на спицевом вытяжении, и у меня вот это сухожилие, оно плохо работает, а мне надо, чтобы оно работало, как у здоровой ножки. Вот я потихоньку развиваю. Также вот этот большой пальчик, я его тоже сюда тяну. Когда его тянешь, вот здесь, вот с этой стороны ноги натягивается сухожилие. Вот. Ну, вот так вот. И это все закрывается вот так. Самый мой обычный чехол, он и так закрывается, девочки. И знаете, дешево и сердито. Купили обычную белевую резинку и черную липучку. Мужу писала, чтобы он белую купил, но он купил черную. Ну ничего, пусть будет черная. Все это на резинке, все закрыто. И на улицу, когда выходишь, там ничего тебе на ногу не попадает. Мочить ногу нельзя ни в коем случае. Врач сказал так. Только вот протираю антибактериальными салфетками или просто марлю. Мою мылом протираю. Ну как, мылю мылом, протираю, а потом сверху еще протираю просто влажной марлей. Ну вот, мыло смываю. Ну, ножку нужно мыть, потому что она тоже хочет, чтобы ее мыли. Но уже, конечно, нет ни синяков, ничего. Перелом получается вот здесь, большой перелом. Посередине вот здесь сломано. И вот здесь еще лопнута вверху кость. Получается вот здесь немного лопнутая тоже. Вот, слава богу, хотя бы коленка целая и голеностоп целый. Но голеностоп очень близко перелом к самому суставу. Поэтому он очень отекает и болит. Так что вот чем я занималась. Сейчас я на втором чехле вам более подробно покажу, как я его шила. А этот просто у меня на ножке. Я уже сейчас закрою ножку и вам покажу. Ну вот, друзья, смотрите. Второй чехол. Я его сейчас отдам дочке в стирку. Вам решила показать. Обработала все швы для начала. Вот в подгиб везде все прострочила. Померила резинку. Здесь резинка по верху получается. Видите, она более широкая, потому что, ну, вверху-то шире ножка, а внизу по голени она уже, и поэтому здесь резинка более плотная, чтобы закрывалась. Здесь вот пришила одну сторону липучки. Сначала хотела половинками делать, ну, кусочками, чтобы вот там тут липучка, тут. Потом думаю, эти отверстия все равно будут, и мало ли насекомые и все такое. Решила, что пришью полностью. Вот. Ну, вот так вот пристрочила. Очень тяжело, конечно, мне это далось, как смогла. Хотелось бы, конечно, получше, по краешку, но у меня уже не было, ну, нет таких сил сильно долго сидеть. Организм устает сидеть, потому что, ну, много времени проведя в лежачем положении, тяжело набраться сил, чтобы жить уже более так,
ну, как привычно мы сидим, да, мы же днем бывает и не лежим, мы просто сидим, ну, вот так вот. И здесь, девочки, как получилось, что здесь она у меня немножко шире, видите, получилось, ну, больше, чем надо в обхвате, поэтому я здесь уже пришила липучку чуть-чуть дальше, получается, как с запахом она у меня. Вот, и все это. Липучка очень крепкая, ее одной рукой не отлепишь. Ну вот, очень тяжело одной рукой и застегнуть ровно. И вот так вот. Честно сказать, девочки, по сравнению с тем чехлом, который мы купили за 1500, эти намного лучше. Да, тот чехол, он нужен просто потому, что он защищает от дождя. Он хорошо защищает от дождя ногу, а если вдруг куда-то в дождь нужно там в больницу выйти, естественно, от машины до больницы, пока дойдешь, все равно какие-то капли, вода, когда сыро на улице, обязательно нужен тот чехол. Ну, а этот у меня для того, чтобы дома вот или как-то вот в хорошую погоду куда-то выйти. Вот такой вот чехольчик получился. Мне самой очень понравилось даже. Я несколько дней его в голове планировала. Вот. Дешево и сердито. Ну и ткани у меня, конечно, расцветки разные есть. Дочь мне предлагала, там и с жирафами у меня есть на детское постельное белье. Я говорю, нет, дочь, вот выбрала вот такую вот более-менее две расцветки, да, которые более-менее, ну, такие приличные. Строчила. Я, конечно, ни разу не швея. Сейчас, может быть, полетят вам в меня тапки, кривые швы и все остальное. А, ну, простите меня, пожалуйста. Я ни разу, во-первых, не швея. Во-вторых, я человек, который болеет, и мне тяжело даже сидеть. Я поэтому потихонечку вот так вот навязала, нашила, как могла. И просто с вами делюсь. Вот я сегодня с 9 утра до 12 дня шила 2 чехла. Но я это сделала, я шила, я очень собой горжусь. Друзья, у меня тут небольшая радость, покупочка, и хочу с вами поделиться. Сын сходил на Валберис и забрал. Пришла моя пряжица, и как вы догадались, наверное, это Ализе Wool Time. Ну, подсела я на нее, люблю ее. Простите за шуршание, сейчас достану из моточки, из пакета, и вам покажу. Вот. Беру пакет этот, чтобы не шуршать, и вам покажу. Смотрите. Потрясающе. Вот этот цвет вообще просто невероятный. Мне очень нравится этот цвет. Я прям хочу из него носки больше даже, чем из голубого. Хотя планировала начинать из голубого. Смотрите, какой красивый. Так, Ализе Wool Time, 75 супервош, 25 полиамид. Все знают, 100 грамм, 200 метров. И цвет, номер цвета, девочки. 588. Очень красивый цвет. Очень. На сайте он намного ярче, нежели в жизни. В жизни он совсем, ну, такой прям вот... даже не знаю, как вот вам объяснить. Ну, вот такой, какой вы его видите. Вот такого он и есть цвет. Очень красивый. И с ним, ну, получается, это лот был такой, два моточка. И я вот больше из-за этого цвета купила и этот. Вот. Это тоже Ализе Wool Time. И номер цвета 11022. Вот. Вот такой. Я вязала розовые носки, и мне кажется, из вот такой вот, по-моему, такая же, ну, как розового цвета, но секции были так же разокрашены, как и там будут, наверное, ложиться, поэтому похожие. Так что буду вязать носочки.
Подсела я на носочку, не знаю, люблю я ее, мне очень нравится вязать из Ализе Wool Time, не знаю, вот просто моя любовь. И даже уже к Ализе Super Wash я стала подмешивать какой-то махер, чтобы мне было более приятно ее вязать. Хочу более толстенькие носочки, нежели раньше, хотя тоненькие я тоже люблю. Вот такая небольшая покупочка у меня свершилась, и я хотела с вами поделиться. Но в большей степени из-за вот этого моточка, потому что цвет здесь действительно невероятный, просто захватывающий. Так, сейчас точно не выдержу, девочки, и начну вязать носки. Ладно, пойду заниматься домашними делами. Мне нужно как-то сегодня потихонечку сейчас начистить на пюре картошки, и я хочу пожарить свининку. У меня свининка размораживается. Если разморозилась, то пожарю. Порежу, пожарить хочу свининки на ужин. Вот такие дела. Сделаю салатик, скорее всего, еще. Ну, если что-то будет интересное, подключусь и покажу вам. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня среда, и весь день я посвятила тому, что я связала для дочери сумку. Ну как связала? Весь день я сегодня, ну, делала какие-то домашние дела, и параллельно я вот соединяла эту сумку. Во влогах, которые были у меня в предыдущих влогах, которые я снимала, я планировала вязать совсем другую сумку, но получилась вот такая сумка для моей дочечки. Она скоро пойдет в лагерь пришкольный, школа заканчивается, и я думаю, она ей будет необходима, будет брать с собой водичку, телефон, возможно, какие-то мелочи. Ей только 12 будет, и иногда какие-то игрушки мягкие, еще что-то с собой она обязательно берет, может, какие-то журнальчики, раскрасочки. Вот, и я решила сделать для нее вот такую прикольную, классную. Мне очень нравится эта сумка, которая у меня получилась. Изначально я планировала вязать одну сумку, но получилась другая. И это уже не первое изделие, которое у меня вот так вот рождается. Так, покажу вам ее с обратной стороны. Абсолютно одинаковая. Кончики все спрятала, все запрятала. Соединяла обычным... Сейчас покажу вам. Соединяла обычным швом. Соединительным. Не соединительным швом, а столбиком соединительным. Две. По краю кромочных петель вот я соединила все квадраты. Далее, после того как соединила, я провязала здесь два ряда столбиков без накида. Столбики без накида полностью по кругу, вот без ручки еще. После этих двух рядов столбиков без накида я уже решила вязать ручку. Ручку я начинала вязать вот здесь. Здесь у меня, получается, я вот набирала и вот так вот начинала вязать и пошла вязать по 8 столбиков у меня без накида в каждом ряду. И вот обратно поворотными рядами у меня вязалась ручка. А когда уже сюда довязала, на ту длину, которая мне показалась, что уже достаточно, я просто повернула и также соединительным столбиком здесь все присоединила. Получилось достаточно аккуратно. И далее уже после того, как я присоединила, я прям тут же, не отрывая нить, начала обвязывать. Сначала я еще раз, вот получается, один круг вот так обвязала столбиками с одним накидом, а потом я обвязала ручку саму. Я обвязывала, вот когда шла второй ряд, я ручку обвязывала соединительным столбиком,
А здесь вязала также столбик без накида. Итого у меня здесь получается 4 столбика без накида получилась обвязка. Именно вот здесь по сумке. А по ручке у меня получилось 1 столбик без накида, 1 соединительный столбик. Вот. Ну и точно так же здесь потом оторвала нить, перевернула. И точно так же здесь обвязала сначала полностью столбиками по кругу без накида. А потом уже здесь по сумке я вязала столбики без накида. А по ручке также вязала соединительный столбик, завершающий ряд. Это дало ручке то, что она не растягивается. Абсолютно не растягивается. Вот оно стабильная ручка получилась. Ну, я думаю, сильно не растянется. Сюда ребенок много не наложит. Квадраты у меня были шириной 20 на 20 на 20, и у меня получилось 14 рядов получается. 14 рядов в квадрате. Вот. Вязала я крючком номер 3. Ну, такой самый обычный крючок. Номер 3. И вязала из пряжи, девочки, сейчас покажу, пряжа Белла. Вот такая пряжа. Ализе Белла батик получается. Здесь 100% хлопок. Колор, номер цвета 36-75 и 50 грамм 180 метров. Это турецкая пряжа. Она у меня уже очень давно лежит. По-моему, мне кто-то дарил данную пряжу. Уже не вспомню. Это уже года 4-3 назад, может, даже 5 лет назад мне дарили эту пряжу, и вот она у меня хранится. Хранилась и ждала своего часа. И вот я решила вот такую красоту связать. Изначально у меня было связано 5 квадратов, и я планировала совсем другую сумку. В каком-то из предыдущих влогов я рассказывала, что я хочу сумку. Я заказала на эту сумку даже вот такие вот ручки. Данные ручки я заказывала на Wildberries. Вот такие вот ручки, да, но они мне не понадобились, все переигралось. Вот сегодня утром, проснувшись в очередной раз, у меня родилось другое изделие в голове, и я ее начала потихонечку вязать, вернее соединять. Квадраты у меня были, я их соединила, плюс я делала какие-то домашние дела и параллельно довязывала, обвязывала, да, прятала кончики, и вот она готова. У меня остались 2 квадрата, также по 14 рядов они связаны, и остаток пряжи у меня этой было вот столько. И, девочки, я вам могу сказать, что я не буду эти квадраты распускать. У меня родилась интересная. Вот такой вот сегодня у меня рукодельный день. Конечно, много ничего не удалось, но знаете, в моем состоянии это тоже прогресс. Я очень рада, что есть готовая работа. Также вчера я завершила еще вязание полочки кардигана и сшила плечевые швы и боковые. Сегодня он сохнет. И я думаю, что сейчас вечером уже я приготовила ужин, покормлю сейчас деток и, скорее всего, повяжу кардиган. Ну, возможно, продолжу вязать крючком, не знаю. Еще у меня в голове сумбур, я тут вдохновилась так на крючок, мне подруга моя вдохновила, она решила едет летом на море и решила себе вязать тунику сеткой, ну а мне тоже надо, но мне туника не нужна, я как бы на море в этом году навряд ли попаду с таким, с такой-то ножкой, мне-то и в душе ее купать нельзя, а тут еще и море, но мне нужен такой джемпер или топ, сетка, который будет одеваться поверх обычной майки под низом. Вот. Поэтому, скорее всего, после того, как завершу дочери топ, я хочу рассмотреть эту идею вязания крючком топа сеткой. Ну и вам обязательно покажу. Следите за моими видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч. До новых подключений.